Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений. Тропические пейзажи Бразилии поражают красотой, вызывая чувство постоянного восхищения необозримыми ландшафтами и изобилием неповторимой экосистемы. Особенной любовью среди коллекционеров бромелиев пользуются благородные, поистине королевской красоты серебряные чаши и хмеи. И, конечно, меня искренне восхищает присутствие живописной красавицы в моей домашней оранжерее. И хмеи интересны, и при создании благоприятных условиях радуют цветением и новыми детками, сменяя друг друга на протяжении долгих лет. В этом видео мы вместе сможем понаблюдать, как выращивать бромки в ограниченных условиях закрытого помещения и северного окна. Я поделюсь тем, что узнала о их жизни на протяжении нескольких лет. Приступим! Конечно, пересадку мы начнем с подбора горшка, эхмея, эпифит, а поскольку мои планы входят в создание композиции из бромки, то свой выбор остановила на пластике, широкой верхней части и хорошей дополнительной аэрации. В моем горшечном царстве не оказалось подходящего размера миски, и потому высота горшка, на мой взгляд, немного великовата, так сказать, на вырост, а вот ширина вполне подходит. Субстрат. Эхмея не просто эпифит, она жительница нижнего яруса леса и крепится к наземной части корней деревьев или сколам в коре, образующих дупла, которые с избытком скапливаются органические остатки. В нашем случае это 1/4 часть низинного раскисленного торфа, мерная ложка сапропелия гумуса, 1 часть сосновой коры, 1 часть мха сфагнума и прекрасный абсорбент древесный березовый уголь. После тщательного вмешивания субстрат получился близкий к природному, легкий и одновременно питательный. Такой субстрат способен удержать крохотную, по сравнению с верхней розеткой, корневую систему бромки, не слеживается, обладает прекрасной аэрацией, убережет от корневой гнили и даст возможность развиваться корешкам. Приступая к омолаживанию взрослого растения, а ему более 5 лет, я предварительно просушила грунт. Именно грунт, оставив при этом чаши растений на 2/3 наполненными очищенной водой. Это дает возможность без труда извлечь растения, не нанося вреда корням. Обратите внимание, такая высота горшка не была нужна даже взрослой хмее, и половина посудины с грунтом вовсе не участвовала в жизнедеятельности растения. Такие ненужные объемы вполне могут стать причиной корневой гнили, а также отсутствием цветения у тропической красавицы. Археологические раскопки корневого кома очень много расскажут нам о нуждах эхмеи. Несколько лет назад моя бромка переваливалась без разрушения корневого кома. И что мы видим сейчас? Да, эхмея даже не собиралась осваивать досыпной субстрат и росла пучком, сохраняя генетическую память о малюсеньком пространстве для корней в живой природе. Вот она вам, расщелинка в выступающих корнях деревьев, где в природе селится эхмея. Образованные дупла или поваленные деревья. Эхмея свободно освоит любое крохотное пространство, лишь бы было где зацепиться корешкам. И вот уже видна она, та самая голландская мочалка, вместе с которой эхмея приехала в мой дом и использовала ее в качестве подушки для корней. А сама бромка образовала кластер из пеньков, оставшихся после развития и цветения новой серебристой чаши. Отживая свой век, прекрасные вазы эхмеи попросту срезались, то ли от лени, то ли от недостатка времени. Омоложение, нам требуется омоложение, кричат мои бромки. Как вы могли заметить, помимо взрослой, но еще не цветущей розетки, в кластер входят 3 детки, развивающиеся с 2 сторон по длине корня. Удалив при помощи секатора давно отжившие свой век трухлявые пеньки, а также постепенно разбирая земляной ком, мы приближаемся к отделению деток. Пеньки полые, настолько старые, что просто занимают пространство в горшке, совершенно не влияя на развитие рации растения. В процессе деления одна из деток оказалась самостоятельным растением, уже имеющим собственную прекрасно развивающуюся корневую систему. Ей суждено стать прародительницей новой семейки. Для этой красотки процесс деления прошел безболезненно, розетка плотная, начала активно образовывать серебристые видовые ворсинки, корешки здоровые и белые. А вот другая детка заслуживает особого внимания и станет небольшим экспериментом. Она только стала развивать собственную корневую систему, которая настолько мала и малозаметна, что я приняла решение оставить ей корневую пяточку с рабочими корнями. Срезы от секатора обработала мелкодисперсной пудрой древесного угля. Можно также использовать молотую корицу, это лишь вкусовые предпочтения. Нам важнее запечатать срезы, предохраняя растенице от случайных заболеваний или гнилостных образований. И вот она,
Ихмея серебристая, прекрасная деленка из взрослой розетки и развивающейся детки. Именно они станут центральным элементом композиции. Омолодившиеся корни хорошо развиты и здоровы, все трухлявые пеньки обрезаны и больше не будут мешать. И у меня большие надежды на эту восхитительную парочку. Пересаживая цветочную композицию к новому месту жительства, на дно горшка я все же положила обработанный дренажный керамзит. Тот субстрат, что мы с вами составили, очень сложно перелить. Достаточно крупные частицы древесного бирюзового угля легко впитают в себя избыток влаги. Но благодаря керамзиту мы немного сократим объем горшка. Это лишь пойдет цветку на пользу. Присыпав керамзит свежим субстратом на 2 см, для удобства посадки я выкладываю грунт по стенке горшка, образуя некое подобие воронки. Как вы можете видеть, горшок значительно сужается к низу. Легкий субстрат хорошо выкладывается вдоль стенок. Хорошо развитая корневая взрослого растения свободно освоит глубину горшка и сохранит устойчивое положение крупных розеток ихмеи. А благодаря ширине горшка мы свободно разместим оба развивающихся растения ярусом выше. Разместив пару по центру, мы создадим основу нашей высокодекоративной композиции. А мы, без отрыва от производства, можем немножко поговорить об уходе за бромкой в условиях замкнутого пространства помещений. Как и большинство тропических растений, перебравшихся в наши квартиры, ихмеи обожают приятный яркий свет. От этого их прекрасные ремневидные листья набирают богатое серебро воскового напыления. Чем больше ихмеи получают света, тем шикарнее серебряные полосы на листьях. А вот их отсутствие у развивающегося или у взрослого экземпляра напрямую сигнализирует нам о недостатке освещения. Недостаток освещения напрямую отобразится на ожидаемом цветении. Ихмея – солнцеед, а от голодного растения едва ли стоит ожидать образования пышного предцветника. Вот южное окно с прямым попаданием в полуденное время прямых солнечных лучей станет губительным для волшебного серебра, и великолепные листья, несмотря на кажущуюся жесткость, вполне себе способны получить ожоги и остановить процесс образования предцветника. Мои ихмеи располагаются в глубине комнаты с северной стороны дома, вдали от дневного света, и потому досвечиваются лампой полного спектра, специально предназначенной для растений, расположенных в глубине помещений. Досветка происходит при помощи выставленного таймера с 6:30 до 11 часов утра и с 14:30 до 22 часов вечернее время. И как вы можете наблюдать, им более чем достаточно указанного времени для хорошего развития. Если вы счастливые обладатели восточных или хотя бы западных окон, то вполне себе можете ожидать активного развития и без досвечивания. Бромки растут в розетке жестких листьев, образуя чашу, которая служит резервуаром для хранения дождевой воды. Боюсь, дождевая вода, собранная в большом городе, убьет ихмею, а потом использую воду обратного осмоса или очищенную воду системы аквафор. В общем, та вода, которую вы используете в повседневной жизни. Большинство ихмей – эпифиты, поэтому никогда не оставляйте их в переувлажненном субстрате, не позволяйте сидеть в воде. Держите центральную резервуарную чашу на 1/3 наполненной очищенной водой, а раз в 3-4 недели промывайте резервуар при помощи мягкой безворсовой салфетки, очищая от грязи и микробов. Ихмеи предпочитают хорошую циркуляцию воздуха и будут благодарны присутствию фонтанчика с туманом. Радуйте вашу красавицу опрыскиванием чуть теплой водой. И в ответ на вашу заботу ихмея отблагодарит пышным цветением. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Кайлинг и ставьте лайки.